Привет всем! Вы на канале... Леонардо the American Boy. День номер два. Мы на большом корабле. Лео, что ты видишь перед собой? Что это впереди нас? Тут видно хорошо. Сильный океан. Ocean. In English it's ocean. Друзья, всем доброе утро. День два начался, такой расслабонский. Так наелись, что жалко было выкидывать это. Все, мы вам покажем, может, какие-то еще происшествия сегодня. Мы поднимаемся на самый верхний этаж корабля. Вау! Лео только что подарили обезьянку, поскольку он самый молодой посетитель этого театра сегодня. А вот как выглядит театр с высоты птичьего полета, Лео. Тут бар Черри. Сюда мы отпускаемся. Аккуратненько, высота большая. Лео выиграл обезьянку. Ох, а тут качает. Хорошо, как качает. Прикольно, столько мест, 1300 мест вместительности. А сейчас мы пришли в какую-то секретную комнату, где куча картин. Сотни картин. Обезьянка. Тут еще свет будет включаться, вот же. А Лео со своей обезьянкой, смотри, какой волнистый пол. Прикол. Ну что, пошли дальше? Что здесь так трещит? Вау! Дамы и господа, сегодня у нас довольно формальный, даже не формальный, наверное, единственный формальный день. Сейчас 6 уже вечера, мы спали сегодня целый день от усталости. Проснулись, и нас ждет формальный ужин. И из Таян, из Кроэйши, Кроатия. Я не знаю, как по-русски, но, короче, официант очень толковый, классный парень. Обслуживает, нам выбирает. А я должен выбрать сам. Так что ставим на паузу, я выбираю, что я хочу. Итак, Лео получил свой food. Бургер. Собираем. Бургер какой он здоровый. Это не просто Макдоналд, это healthy. И фрайс. Лео впервые, наверное, это ест, да? Или мы когда-то кушали с ним? Кушали, просто так много мы ему не давали. Ну что? Скажи, это картошка free, fries, а это чизбургер. Скажи, чизбургер. И вот эта картошка просто mashed, пюрешка. Мама взяла спинач салат. Мама. А что папа взял? Что папа взял? Это oysters. Рыба, что рыба. Это такое, рыба. Какие-то котлетки. А я взял... А пахнет рыба. Грибной суп.
Но пока самое привлекательное смотрится влево. Все. Спасибо. Ты папе сделал чай. Классно. Вау, как вкусно. Фигурку сердца все видят? Танечка, как твои креветки? Ужасно вкусный лобстер и креветки. То, что я хотела. Нам понравилось? Да, понравилось. Айскрим. Итак, заказали наши сладости. This is the best. Thank you. Oh, this is how it's done. Wow, thank you very much. А что ты себе заказал? Chocolate cake. Thank you. Далее. Вау. А вы что здесь? Вкусно у него. Шоколадный торт. Я думаю, у меня самое вкусное. Нет. Попробуем, мама. У меня как дезерт. А у тебя как просто? Дорогие друзья, мы сейчас идем на концерт 80-х. Музыка 80-х. Элтон Джон и так дальше. Looks like кто-то выиграл, и тут переустановка again. Люди выиграли. Вышли на палубу, и мы, похоже, подъехали к тропическому времени, где влажность, огромная влажность. Кстати, это над нами лодка такая огромная. Вроде такая огромная, с мотором. Вот это спасательная лодка. Что вы скажете, отец Иван? Все окей. Очень тепло. Вечером. Аня зря пошла спать. Лева, а что ты скажешь? Скажи что-то. А сейчас мы поднимаемся в концерт. Шоу перед концертом. Go.
I need to get myself away from this glare. Зеленые глаза поют. Домой идти 5 километров, а мы уже возвращаемся с концерта. Лео, скажи, тебе понравился концерт? Понравился. А что-то там было? Что было на концерте? Давай ручку. Музыка. Музыка громкая или тихо? Тихо. А, наверное, громко. А свет был? Дым был? А кто пел? Кто там пел? Чай-чай-чай. Правильно. Ну да-да, давай со всеми попрощаемся, потому что день сегодня был длинный, уже почти 10 с чем-то. Попрощайся со всеми, скажи. Спасибо, что вы были с нами. А где музыка? А где музыка? Музыка закончилась. Попрощайся со всеми, скажи. Спасибо, что вы были с нами. Сегодня был день 2. Подписывайтесь на канал и ставьте... Лайк. Окей. А где мы живем? Куда нам? Где наш дом? Нет. Где? Есть. А? Еще далеко. Железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня верхом садясь.